Spotlight, пятый класс, грамматический справочник, Morius 7. Present Simple в сравнении с Present Continuous. Present Simple употребляется для описания регулярных и повседневных действий, привычек и состояний. Sarah wakes up at 7 o'clock. Повседневное действие. Сара просыпается в 7 утра. He walks to the supermarket. Привычка. Он ходит в супермаркет пешком. He lives near the train station. Постоянное действие. Он живет около вокзала. Present continuous употребляется для описания действий, происходящих в момент речи или действий, имеющих временный характер. Peter is playing computer games at the moment. Момент речи. Питер играет в компьютерные игры сейчас. She is studying history at university. Временное действие. Она изучает историю в университете.